показываю. И тут, это я вышла из комнаты. Вот это в отеле. Ну, Мексика есть Мексика. Это, конечно, здесь отели не то, что в США. И микроволновка, и холодильник. Здесь, кстати, ни микроволновки, ни холодильника, ничего. Вот. Здание какое-то старое. А вон это на горе. Они там строят дома на горе. Вот. Горы. Кто там живет в старом доме? Так что это вот отель. Это мы с отеля. На втором этаже мы живем. Вот. Да. Что еще ночью будем здесь спать. Мне понравилось хорошо. Мне понравилась пища, мне нравится здесь. Авокадо очень дешевая. Авокадо, папайя. Ну, туна, рыба, которая туна. Но мясо-то, я не ем мясо вообще. Вот, а туна, рыба. Иисус накормил людей рыбой и хлебом. Простая пища была. Но туна здесь тоже дешевая. Но, правда, она продается такая копченая. Я ее, помню, так наелась один раз в Мексике. Купили, что все, я не хочу больше ее копченую туну. Туна очень вкусная. Это наша машина.